Привет, привет. Если я заберусь к ты на канале ТПЛС, с тобой Рэй, мы... Так, пророк, успокоился. Если не будет... Мы на канале ТПЛС, с тобой Рэй, и мы продолжаем как Крайзис 3 проходить... Да. Собираешься подключиться к цефам? Обязательно. Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно. Тебя это волнует разве? Представь, что ты станешь цефом. Я хочу рискнуть. Так, давай-ка пройдем. Неужели никого? Никого. Но эта штука должна обвалиться подо мной. Нет? Повезло. Считай, что. Так, другое оружие, спуститься можно. Греночки. Да-да-да, данные. Подожди, оружие, то, которое у меня обожаю, было, да? Что это? А, так, ладно, хорошо, нам, видимо, туда. Ну давай, что делать-то? Маскировка отключена. И что тут? Так, давай-ка возьмем тебя вместо дробовика. О, так это нам знакомое оружие. Это нормас, да, нормас. А смысл такого прицела на этом оружии? Оно ж кривое, что нельзя. Ну, сейчас посмотрим, ладно. О, мне уже не нравится, то, что там все светится. Транспортировщик мозгов цефов. Хорошо, ну ладно, пойдем, чё. Чё делать-то? Чё? Чё это было? А, не, спасибо. Не хочу. Давай, наверное, из дома зайдем. Я не хочу. Я не удивлен, что это контрольная точка. Они взорвут город. Вы все умрете. Да что ж ты падаешь-то? Еще кто? А, не, нормалек. Один ты защита. Не, нормалек, вообще классно выносит. Вообще отлично. Оно жирненькое такое, прям нормально. Перезарядка, конечно, просто жуть какая длинная, но это не важно. Ну хоть наконец-то появилось нормальное оружие против цефов, а? А то мне уже задрало их, не с чего делать вообще. Ладно, погнали. Да. Я ж типа умею им пользоваться. Теперь я понял. Мы связаны. Все? Пророк! Пророк? Ты там? Я теперь научился им управлять. Я типа второй альфа-цеф. Что-то их дофига собралось вокруг меня. За своего теперь считают. Они тебя не атакуют. Боже. Они думают, что ты цеф. Нормально. Вот это на превьюшечку пойдет. Не просто цеф. Они думают, что я альфа-цеф. Я альфа-цеф. Пророк! Пророк! Это слишком опасно! Ты превратишься в цефа, пророк! Лоуренс! Нет. Нет, я в порядке. Я в порядке. И что, они все свои теперь? Я теперь чувствую помогать? Сверхразум. Он настолько сильный.
Вот оно. Их мысли и энергия одно и то же. Если бы я мог... Но ты не можешь пока что. Что это? Настоящий Альфа-Цеф. Уходи оттуда, пророк! То есть ты сейчас мне надо что будет сделать? Ты взял? Мощность моего костюма не слабеет. Так, ну-ка. Успокоился. Нет, нет. Я не ранен. Ты там чё, пророк, уже слишком перегрелся, что ли? О, перезарядочка. Еще одна перезарядочка. А в чем прикол, почему у меня энергия не уходит? Сейчас, погоди, мы перезарядимся оружие. Я не хочу идти все пусто. Все кончено. Я что, модифицировать его могу? Ну, конечно, нет. Куда нам? Отлично. Че, 2000 метров? Эть, осторожно. Чё? Ну-ка быстро отошел нафиг от меня. Давай. Ты умрешь сегодня, не? Да, энергию восстановлю. Ты там где? Слушай, что тут думаю-то? На, греночку возьми в ноги. Ну не мне же, блин, самому себе закидывать гренки. Да ладно, наконец-то. Дай хоть оружие возьму. Погоди, у тебя два оружия? Чё? Воу. Нифига себе. Блин, ну придется взять это, я уже потратил патроны. Ничего не сделаешь. Давай, побежали быстрее. 2000 метров идти, офигеть, а. А еще больше нельзя было? Да, пророк, да, да. Срочно свяжись со мной, ситуация вышла да из-под контроля. Черт, что ты выкидываешь? Не сработало, но этот сверхразум цефов чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Цел эвакуировались, остались только в небольшом комплексе в 5 километрах отсюда. Да, это, в смысле, наверное, не запрыгнул? Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела. Какого вместе. Фига? Слышишь меня, солдат? Да, мэм. Здорово, 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 здорово. Отвял от меня. Да ну, сосканируй ты его. Разбирайтесь сами, слушайте меня как-то это. А я что, типа за врагов теперь их не считаю, что ли? Ну-ка. О! Это, короче, такой вблизи, если убивать. Ладно. Все? Ёшки ты, матрешки. Какое бесполезное оружие. Да ну ты умрешь сегодня, не? Прячь там свою голову. Отлично. Сами все умерли, да? Альфа-Джек мне не нужен. Стой, боеприпасы где-нибудь тут есть вообще? К
Кроме бегающих цефов, тут еще есть. Боеприпасы есть там. Давайте взломаем. Ну ты меня убей еще. Давай. Вот именно, я думаю, что ты их прихренил немножечко, не? Вообще немножечко совсем. Так, ладно, короче. Мне туда. Мне надо за патронами сходить. Так, патроны. Во-первых, надо будет взять пушку эту, да. Ты чё, блин, офигел что ли? Да ты смелый. Вот это они смелые, просто я офигею с них, реально, ребят. Так, это взяли, греночки взяли. Нет, не хочу ничего менять. Максимум, что можно поменял бы, это... Ну, конечно же, инфу возьмем. А здесь еще проход. Нет, я хочу... Отцепить это оружие. Текс, и нам, соответственно, куда? Нам туда. Аж 1800 метров. Ладно, погнали. Я так понимаю, здесь тоже можно пройти? Что это? Турелька. Ага. Хорошо. Отлично. Турелька своя. Чувствую, здесь что-то будет сейчас. Недаром тут турель стоит. О, недаром. Да бери ты уже и вернись обратно, пушку возьми, пожалуйста. А зачем турелька? Если тут типа все спокойно. Погоди, а поверху можно было пойти? Или вообще туда можно пойти? Все отрубилось. Ну ладно. Нет, так нет. И вернулись оттуда, откуда начинали, понятно. Отлично. Блин, это вообще отличное оружие, просто замечательное. Чё? Кто здесь крупный? Показано, что стрелочка какая-то крупная. Ладно. Так, я тебя могу взломать еще раз? Давай, я тебя на всякий случай взломаю, так мало ли кто-то тут еще вылезет. Зачем это по времени сделано? Ну-ка. Да ну, ты запрыгни ты. Да ну... Какой ты бестолковый пророк иногда, не? Отлично. А, это еще одна турелька, понятно. То есть тут, в принципе, две турельки. Ага. Понятно, тут типа война идет. Я же не умру? Нет, я же в броне. Да ну... А, ты в этом состоянии не можешь ничего вызвать, понятно. Следующий. Вот это я возле бочек удачно встал, да? Идеально просто. Зарядим немножко энергию. А вы забраться сюда не можете, да? Ну и отлично. Что я могу вам сказать, ребята? Вы сами виноваты, что не можете забраться. Кто ж вас просил такие ряхи отращивать? И? Я так понимаю, наверх. Ну погнали, погнали. Блин, 41 патрон. Жалко, жалко, жалко. Пророк, это Клэр. Да, да, да. Цепы вывели из строя наш БТР. Вы не... Пророк, нам нужна помощь. Я не знаю, что... Кажется, нам не выжить. Держись. 5 минут, хорошо? Всего 5 минут. Ой.
Нам на тачке дадут погонять наконец-то. Впервые с... начиная с этого. Когда? С какой части мы не катались? Так, берем, берем. Че, у меня полный боекомплект всего? Берем, берем. И можем сесть вместе с ним? Нет? Ну ладно. Ой. Ты смотри, как они сделали это круто, а. Я не сомневался, что так и будет. О, вот это я водитель, да? И все? На этом машина стала? Алло. Давай-ка ты едь. Я уже думал, окончательно застрял. Левый shift, чтобы ускориться. Воу. Опять дерево было. Стой, нам надо объехать надо, не? Нормально, я-то думал, нам пешком придется ехать все это время. Чё, сколько там? 400 метров. Меня? Пророк! Слышу тебя. Доложи обстановку. Пророк, слава богу. Мы несем тяжелые потери. Ромео 12 установил периметр. Но, пророк, это безнадежно. Им просто конца и края нет. Они... Кто там стреляет? Прибывают. Ты кто? Отлично. Я не могу двинуться отсюда! Да ты... Вы не сможете. Давай-ка мы перезарядимся и посмотрим. Он восполнит патроны? Ну-ка. Нет? Вот косяк. Отлично. Здорово, ребятушки. Где вы там следующие? Не? Никак, ну ладно. А чё это сюда? Контрольная точка. С севера! Бесполезно! Мы никогда не выберемся отсюда! Слушайте, засуньте свой негатив куда-нибудь подальше! Или будете у меня сражаться с цефами как самостоятельные боевые единицы! Вы меня поняли? Нет, он прав. Это безнадежно. Оу, а я не умру? Умер. Отлично. Гениальная была, да, задумка, в принципе? Я согласен. Оп. А чё, умираю? Или это не смерть? А, это не смерть. Пророк, эвакуация не пройдет. Тебе нужно завершить свою миссию. Остановить Архангела. Не теряй здесь времени. Что у нас не срослось. Мы могли бы стать отличной командой. Не понял. Удачи. Что это за флешбэк? Это типа я увидел будущее, или это я увидел то, что произошло, или что это вообще? Типа Нью-Йорк выжили? Все, что под куполом, все сгорело, что ли? Я чисто в воде выжил случайно? Что происходит вообще? Отлично, знаешь, что я скажу? Давай как мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся и вступай в группу Discord, где ВКонтакте. Пока-пока.